Всем привет, друзья! Сегодня хочу снять видео, что растет у меня на клумбе. Будем пытаться близко показывать. Будем помаленьку показывать тогда. Давайте отсюда начнем, наверное. Не знаю. Здесь у меня хоста императрица. Сколько ей? Года 4. У нее лист такой прям большой. Здесь у меня розочки. Так, это у меня гортензия Аннабель. Сзади ее клематис. Белое облако. Там показывать еще нечего. Вот. Это у меня елочка голубая. Пришла она у меня в прошлом году, маленькая была. Ну вот, подросла. В этом году я ее не стала формировать, выщипывать. А со следующего года, если все нормально будет, то приросты начну уменьшать. Так, это у меня гортензия. Какая, не помню. Должна быть низкорослая гортензия. Так, ну это отчиток ангелина. Здесь, вот я уже говорила, роза. Вот. Это у меня туя. Так, это у меня гортензия, я тоже не знаю какая. Распустится потом. Посмотрим. Так. Так, что у меня получается? Это гортензия. Это гортензия. И та гортензия, вот. Это три гортензии у меня с прошлого года. Новые были. Так. Идут дожди у нас. На улице тепло. Вот. И трава прет как танк. Так, здесь у меня тоже туечка. Это у меня... Вероника седая. Это у меня получается хризантема. Какие-то реснички, что ли, не знаю. Потому что у меня было здесь 3 хризантемы в прошлом году. Из 3 хризантем осталась только вот одна. Это пеларгушку я высадила. Еще вот одну высадила пеларгонию. Начинают отрастать новые побеги уже. Вот. Сейчас земля насытится влагой. Тепло, хорошо. Все попрет. Так, ну и сразу здесь. Здесь у меня медуница. А медуница, кажется, называется самурай. Это у меня гехера огни Москвы. Его уже надо подстригать. Это пузыреплодник дьявола. Рейграсс. А здесь я подсадила колиус, начинает оживать. Это ромашка у меня махровая. Подорожниковая хоста. Тоже ромашка. Это же рейграсс и другая ива. Так, это у меня тоже гехера огни Москвы. И медуница самурай. Так, с этой стороны
Ну, здесь примулки, фок шеловидный, гехера. Розочка. Пеларгония, туя. Лилейник. Это у меня тоже туя. Вот камера вообще не передает, какая она туя. Вот. Очень интересная туя. Вот. Здесь у меня флокс растопыренный. Я его выписывала, а потом как-то получилось, что он у меня под гортензией выкопан был. Наверное, как выкапывали растения с клумбы. И получилось, что откопнули и забыли про него. А это вот колокольчик маленький такой. Посмотрите, сколько бутонов. У него цветочек вот такой. Вот. Только я не пойму. В прошлом году он у меня был белого цвета, а в этом году голубой. Ничего не пойму, что это такое происходит. Вот. Это флокс варигатный. По земле будра ползет. Я специально посадила. Здесь у меня вот такая розочка. Название не знаю, потому что я розы покупала на базаре. И там без названий. Лилия. Как солнышко прям такое. Здесь у меня гехера. И здесь вот у меня в прошлом году была желтая розочка. Один бутон был. В этом году она вышла очень-очень плохая. И опять же бутончик был. Я его прищипнула. Сам шит. Здесь у меня гехера. И вот пеларгонию воткнула. Уже не знаешь, куда втыкать растения. А все равно хочется. Так, по краю идут у меня все одного цвета гехеры. Второй ряд идет у меня самшит. И вот пеларгошки я кое-где подсадила. И цинерарию. Это у меня раньше, в прошлом году, сидела здесь кровохлебка. Мы ее выкопали, пересадили в другое место. Корешочки, видать, остались. И вот она вылезла. Это у меня хризантема мультифлора. Вот. Здесь я подсаживала колиус. Стволы стоят, кажется, живые, а почки не пускает. Вот. Ну, с этой стороны у меня смотрится так. Здесь пока ничего путем не цветет, одна розочка цветет. Вот как зацветут у меня астильбы, и тогда я вам сниму этот участок. Сюда подсадила вербены вегетативные. Вот. А здесь у меня в прошлом году сидел флокс розовый такой крупный. Ну вот тоже, видать, корешочек и остался. Смотрю, вылазит. Так, здесь атуя варигатная такая. Здесь у меня розочка. Тоже с базара. Вот. Ну вот, здесь у меня крупные розы такие. Всем желаю крепкого здоровья, теплой погоды,
мирного неба над головой. Всем всего доброго и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.